Всем привет! Кир, канал Экотестер, и это экспресс-обзор. Сегодня я расскажу вам о джине Parma от Perm Alcan. Узнал я о нем примерно где-то год назад. Встретился он мне в сети магазинов Alcamarket. Кстати, рекомендую. У ребят достаточно обширный выбор импортной продукции. Меня сразу немного смутила его стоимость, потому что вот за бутылочку 0,5 стоил он 1990 тенге. Кстати, за год цена абсолютно не изменилась. Мне джин понравился тогда, но тогда он был прозрачный. Сейчас, как вы видите, содержимое голубоватого цвета. Давайте же попробуем, изменились ли его вкусовые качества за год. Стал ли он хуже? Или наоборот, может быть, стал гораздо лучше даже. Пахнет достаточно приятно. Попробуем на вкус. Чем мелочиться? Надеюсь, этот джин исполнит мои желания. Открывайся, сезон! Содержимое действительно имеет немного голубой оттенок. О, курва! Что мне понравилось в первую очередь, нет вот этого можжевелового, елового аромата. Давайте попробуем на вкус. Тогда его не было так же. Сейчас узнаем. Вкуса елок, как я его называю, не появилось. И это меня очень радует. Ну что ж, рекомендую всем попробовать. Как я уже и говорил, найти его можно в сети магазинов Alcamarket. Может быть, встретите где-то еще. Просто я видел только там. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Скоро новые интересные видео. С вами был Кир, канал Экотестер. Всем пока!